Как и обещала, я приехала к знаменитому Збруйскому идолу. Сейчас мы можем посмотреть более внимательно на каждую фигуру на этом идоле. Это богиня Лада. Видите, она в руках держит кольцо. Символ богини Лады. Здесь макаш, по предположениям, либо роженицы. Внизу уже земные боги. Сейчас я так, чтобы было лучше видно. Со всех сторон сниму, чтобы мы могли потом внимательно рассмотреть их. Вот лик богини Макоши, как считает рыбаков, но вот я не знаю, насколько он женский, хотя в руках и вот здесь вот вы можете рассмотреть маленькую такую фигурку. Считается, что это души детей, которых Макош приводит в этот мир. Видите, насколько могу, настолько вытянула руку. Вот, поэтому сейчас я еще раз обойду, чтобы полностью еще раз вы могли его посмотреть. Потому что много людей о нем слышали, но очень мало его видели живьем. Копии, которые выставляются в музеях Киева, это копии. Могу вам сразу сказать, что они очень отличаются.